жерде мен чыкмай машинаңызда караңыз. Андан да ашык берем. Отурбу? Ажыл тойбосун. Элге жакшы кызмат кылыңыз. Айбек Джолдошев уже 2 года работает с устаревшей техникой. На ее ремонт у него уходила большая часть его времени. Теперь все это позади. Ему подарили новую машину. Көп нерсе өзгөрчүлдү. Полный электропакет, полный баллондору нормальный, жаңы. Есть много особенностей. Полный электрический пакет, колеса также новые. Внутри 4 камеры, есть и интернет. Еще одна особенность в том, что с помощью данной техники водитель может сам загружать мусор. До этого они работали с грузчиками. В прошлом году из местного бюджета было выделено 30 миллионов сомов. Всего закуплено 14 единиц спецтехники. В этом году выделили 13 миллионов сомов на закупку 4 единиц спецтехники для промывки дорог в весенне-летний период и очистки снега в зимний период. Если раньше работали только 20-30 единиц техники, то сейчас мы пытаемся создать условия. Из-за нехватки оборудования увеличивается количество потребителей и количество столовых. Поэтому необходимо увеличить количество техники. Техническая база учреждения Ош-Тазалых в последний раз обновлялась в 2009 году. Сейчас работает около 80 специальных автомобилей. Они уже, само собой, устарели. Нехватка техники была одной из главных проблем предприятия. Техника на самом деле нельзя сказать, что техники достаточно, потому что у нас должен быть график, наряд. Техника работает 24 часа, поэтому если брать снарядом, то техника будет работать много лет. В рамках проекта Европейского банка развития и реконструкции будет приобретено 1136 единиц мусорных контейнеров. Кроме того, планируется строительство нового санитарного полигона, ремонт контейнеров и гаража предприятия на территории южной столицы. Айзада Румбаева, Эрмек Муратбекулу, Нурдан Карытбеков, Пирамида, Орская область.